В Алматинской области экскаватор с водителем внутри упал в реку. 52-летний мужчина не справился с управлением из-за сильного дождя. Ему пришлось взбираться на крышу транспорта и звать на помощь. Начался сильный дождь, ничего не видно. Опрокинулся экскаватор в реку Баянколь. Вот, еле вылез с кабины. Сидел сверху, кричал, просил помощи. Водитель ехал по мосту над рекой Баянколь, когда начался сильный дождь. Он не справился с управлением, и экскаватор опрокинуло в воду. Однако мужчина не растерялся. Своими силами смог взобраться на крышу перевернувшегося кабины, ну и позвать на помощь. На место быстро приехали спасатели. Их работу усложняло сильное течение. Но шоферу спустили лестницу и помогли выбраться на дорогу. В медицинской помощи он не нуждался.